делает выход из функции. В скале вы можете его опускать. Я как раз хотел проверить вашу внимательность, но, собственно, не получилось. Не проверил свою. Поэтому, в принципе, вы можете просто последний аргумент, который вы хотите, чтобы вернула функция, писать без слова return, и, ну, если вот тут конкретно брать слово return, все будет то же самое. Ничего не поменяется. Что такое анонимные функции, вы знаете? В Java встречали понятие анонимной функции? Да. Ну, отлично. Тогда просто покажу, с каким... Мьют?
ифы, преобразования, надо эти перемены, то, ну, понятно, вам ее придется явно задать эту анонимную функцию, писать, с чем вы работаете, и, ну, писать от отца. Ну, тут, в принципе, можно писать функцию любой сложности, открываете квадратные скобочки и пишите ваш код, что он должен делаться с элементами коллекции. Но можно даже, в принципе, делать замыкание на контекст. Ну, понятно, что можно, в принципе, контекстные перемены использовать функциональные операторы. Еще одна полезная штука, если вам нужно просто проитерироваться по какой-либо коллекции, это for each. Ну, в данном случае довольно все понятно. Мы передаем функцию print, и она просто распечатает элементы коллекции. Ну, если вам нужно что-то просто проитерироваться по коллекции и что-то изменить в контексте, не знаю, куда-то что-то записать, какой-нибудь другой сервис, не знаю, запросы отправить, то вот, пользуйтесь. Фильтр – это когда вам нужно эту вашу базовую коллекцию отфильтровать по какому-либо предикату логическому. Понятно, понимает функции, которые возвращают булианы, проверяет каждый элемент коллекции на булиан и возвращает вам новую коллекцию с ну, там, где предикат вернул true. Ну, думаю, вы с этим примерно похожим для синтеза. Если вы уже проходили 8 Java новые фишки, то стримы работают, то, думаю, вы уже все это примерно видели. Так что ничего необычного. Полезная штука. Ну, просто вы можете вспомнить, сколько строчек это занимает в Java, сколько занимает в Scala, и понять, насколько для работы с данными это удобнее. Zip – полезная штука, когда у вас есть, например, две какие-то коллекции, вам нужно объединить элементы в картедж. По-моему, он упадет. Но в питоне, по-моему, не упадет, если не ошибаюсь. А в скале, по-моему, упадет. Можно даже проверить. Я, честно, не помню. Должен, с точки зрения моей логики, должен упасть. Сейчас быстро почекаем. И что? Падает? Минус скаут еще надо долго стартует. Так, секрет. Не упал. Короче, по наименьшему сделает. То есть, если у вас две коллекции разных размеров, то вернет новую коллекцию с наименьшим, ну, затипованную с наименьшим сайзом. То есть в итоге, если, допустим, один, два, три, а другой четыре, пять, там, семь, то он будет один, два, три. Если в первой коллекции будет один, два, а второй четыре, пять, шесть, то вернет один, четыре, два, пять. А шесть отбросили. Шесть отбросили. Ну,
Но вам стоит несколько раз подумать, если у вас коллекция разных размеров, и вы применяете zip к ним. Почему так получилось и в каком кейсе вам это нужно? Вот моя любимая штука, называется FlatMap. Вы ее уже, наверное, видели в, насколько помню, в Spark. В принципе, принцип такой же. Мы делаем, если у нас есть несколько вложенных коллекций, то мы можем их с помощью FlatMap развернуть. То есть это мы применяем map внутри. Мы можем, ну, собственно, как вы видите, что-то как-то предобработать коллекцию и вернуть ну, собственно, плоский вариант. В чем мне нравится FlatMap? Потому что у него есть дополнительная фишка, которая позволяет, например, ну, сделать некоторую фильтрацию дополнительную, то есть не вызывая метод фильтр, вы можете, в принципе, во FlatMap сделать некоторую проверку, вернуть пустую коллекцию, если проверка не прошла, и таким образом ну, сократить количество кода. По мне, это довольно удобно. Давайте быстренько пройдемся, как вам классы, что с ними делать и так далее. Ну, в принципе, классы... Классы имеют ну, такое же поведение, как в Java. Единственное, что конструктор не является специальным методом, как в Java. Как вы видите, это включено в синтаксис при определении класса. Также определяются методы. Можете сделать при помощи инициализацию филдов класса. Не знаю, что тут еще можно рассказать такого интересного. Да. Сейчас я покажу. А, блин, я же не могу вывести. Окей, я... Когда буду объяснять, ну, собственно, отвечать на вопросы, давайте я сейчас запишу это, потом просто подключу ноутбук и покажу. Окей? Сейчас. Ну, это дальше будет следующий слайд про объект. Почему? То есть конструктор, он просто типа балл-полор? Конструктор, он... Сейчас покажу. Вот конструктор. В Scala есть такая сущность под названием Object. Знаете, что такое Singleton в Java? Как делать Singleton в Java? Не расслышал. Окей. Еще есть вариант. Проверка, да. Проверка, что существует сперва объекты этого класса. Если проверка проходит, то мы ищем. Но если мы нашли типа объекты этого класса, то посмотрим. Допустим, мы хотим создать, ну, в смысле, взять экземпляр класса, мы в статическом методе делаем проверку, что до этого создавал экземпляр. Нет, там же надо еще синхронизировать. Смотрите, как сложно, да, что уже дискуссия в Scala, не надо ничего думать, создаешь объект, все, вот у вас Singleton. Ну,
Вот пример, собственно, создания объекта, как он работает. В принципе, если останется, мы рассказываем про компаньоны или нет. Давайте, короче, я тоже покажу, как работают компаньоны, объекты компаньоны. Тоже потом покажу просто. Что еще раз? В смысле, чтобы я лайф кодил? Ну давайте. Только что кодить-то будем? Ну давайте, хорошо. Окей. Можно вопрос? Да. Как делать статические объекты? Ну, это что с компьютером, как раз статический класс. Object. Да. То есть, внутри класса мы не можем вообще статические методы. Там уже те методы, то есть статические объекты. Экземпляр класса. Как от класса делать? Статический, я понял сейчас, чтобы не, да я понял. Настроить. Да нет, подождите, сейчас секунду, я вспомню. Тут тоже есть компания Nautilus. А? Я не знаю, что такое Kotlin компаньон Object, поэтому я не могу сказать то же самое это или нет. Что такое Kotlin компаньон Object? Скорее всего, то же самое. Там аналогично есть Object, который типа символ. Да. И все статические переменные методы получают в компаньон Object, да? Ну вот, да. В Scala то же самое. Что такое трейд? На самом деле для Spark мне ни разу не нужно было использовать трейд. Но в принципе, давайте быстро попробуем объяснить, что это такое. Ну, это что-то типа интерфейса, наверное, если делать аналогию с Java, который, ну, позволяет вам, ну, тут только есть, ну, как сказать, позволяет вам делать разные миксины с существующим классом. А если говорить про то, как это похоже, в чем это похоже на Java, то мне кажется, это скорее ближе что-то между абстрактным классом и интерфейсом Java. Ну, если вы не будете писать на скале, то вряд ли вам это понадобится. Ну, это продажи приложения. Для Spark мне еще ни разу это не понадобится. Так, это был Fast Introduction по Scala. Теперь перейдем, как это практически применять на Spark. Сейчас 5 минут. Я лучше пойду. Давайте следующую так купим. Следующую. Следующую? Счет полчаса прошло, еще не устали, что ли? 5 минут. Ну, 5 минут, я так сказал. Не открывается. Еще не открывается.
Ну, вон открылась. Это нас прыгает? Да, да. Так не работает. Сейчас. Окей. Вы уже использовали домашнее задание Cache Persist? Нет, не понадобилось. Правильно. Ну, если вы работаете действительно с большими данными, то в 9 из 10 случаев не надо использовать Cache Persist. Потому что вы, скорее всего, получите out of memory. И придется с этим долго и мучительно разбираться. А зачем? Наша best practice, выработанная огромным, так сказать, кровавыми мозолями, говорит о том, что проще всего, если вы получили какой-то новый датафрейм с какими-то сложными вычислениями, нужно просто взять и сохранить это во временный файл, который заново потом зачитать с диска. Ну, то есть смотрите, когда вы... Какие вычисления на Spark? Ленивые, да? То есть, если вы делаете огромный план вычислений, ну, помните про double computing и так далее? Там, например, десяток джойнов каких-нибудь сложных, там, вычислений, группировок и так далее, преобразований с кучей шафлов, то в какой-то момент вы будете ждать 10 часов, а потом в конце у вас все упадет. 10 часов – это еще хорошо. То есть, на один цикл запуска вашей джобы может под... Да, каких-нибудь очень сложных кейсов может пройти и даже несколько дней, пока она будет считаться. У нас есть джобы, которые считаются неделями. И очень обидно, если вы неделю запустили код, смотрите, как он классно выполняется, а потом в конце, когда уже прям последние проценты вычислений, у вас out of memory, ну или какой-нибудь обидный, не знаю, файл already exist. Вот. И как объяснить менеджеру, куда потрачена там неделя и что делать. Поэтому best practice, бейте, вот это, не делайте огромные планы вычислений, где у вас все типа красиво, там, лениво, вы там все заворачиваете, в конце просто один красивый data frame получается, который вы сохраняете куда-нибудь или записываете в базу. Лучше разбить это на разные стадии. В этих стадиях пишите промежуточные результаты на диск, зачитывайте их заново. И таким образом вы сильно, ну, грубо говоря, дисковое пространство довольно дешевое. Ну, если мы говорим, конечно, не про SSD диски, но SSD не так часто ставят, я бы сказал, в ходу. Противоречит его основной концепции дешевого железа, масштабирования. Пишите на диск, зачитывайте, делайте прогон ваших всех, вашего всего цикла сначала на небольшом куске данных. Ну. Но все-таки кэш персист иногда нужно. Когда это нужно? Если у вас какой-то итеративный алгоритм, конкретно итеративный алгоритм, который реализован в основном в Spark, это ML-алгоритмы. То есть все практически ML-алгоритмы итеративные. Поэтому если вы можете сделать такую типичную ошибку, которая несколько раз стажерами была допущена у нас и чуть не положила нам кластер, когда они делают какой-то вот сложный датасет с кучей джойнов, огромных терабайтных таблиц друг на друга, после этого берут какую-нибудь, не знаю, там, логическую регрессию или какой-то другой хитрый алгоритм, и вот этот последний датафрейм, который у них получился, они не сохраняют на диск, ничего, просто пихают его вот итеративный ML-алгоритм. Как вы понимаете, там итераций может быть несколько сотен, и на каждой итерации Spark будет триггерить весь пайплайн вычислений с шафлами и со всем этим. То есть у вас получится, что на первой итерации он построит весь план вычислений заново, начнет делать шафл, нагрузит кластер по-жесткому. На следующей итерации то же самое, ну и такими темпами ваш ML-алгоритм может обучаться годами. Вот. И может ничему не научиться. Поэтому сохраняйте, если прям реально большие данные на диск. И если все-таки данные не настолько большие, вы во всем уверены, кэшируйте их перед этим.
и после этого пихайте только в ML-алгоритмы. Это вам на будущее. Да, запомните это для будущего домашнего задания. Это понятен момент? Что еще кэширование делает? Почему кэширование может помочь в итеративных ML-алгоритмах? Ну да, еще. Что будет со схемой? Если мы используем... Вот у нас есть какой-то DAG уже построенный. Если я вызову метод кэш, что с DAG-ом произойдет? DAG вычисления, в смысле. Но он зафиксируется. Он не будет заново построить, потому что построение плана вычислений тоже довольно затратная операция. Одно из метрик вообще всяких MapReduce job и, ну, собственно, Spark тоже, все равно реализует концепцию MapReduce, является максимальный размер ключа, который вы получаете при вычислениях. Смотрите, в чем проблема. Предположим, у вас есть какой-то источник данных, где одно поле может быть null. И, например, оно в 90% случаев null. Ну, не знаю, там. Пример. Ну, предположим, мы логируем какие-нибудь... Сейчас. Что-то в голову сходу ничего не приходит. Ну, например, логируем какие-нибудь события на портале, где есть какое-то необязательное поле. Например, человек заходит на страницу, там есть какая-нибудь кнопочка, типа показать мне больше того, что происходит на этой странице. Потом развернуть, например, какой-то слайдер. И если он, например, нажал на эту кнопочку, то мы это залогируем. Ну, мы логируем сам процесс, например, захода на эту страницу. Нет, это немножко разные события. Сейчас я бы так делал логирование. Например, заполнение формы, какое-нибудь обращение в техподдержку. Там, например, можно указать почту или не указать почту, не знаю, что-нибудь в таком роде. То есть поле, которое может быть null. И у вас идет большой объем таких данных, где только 1% людей указывают это поле. Если вы будете, ну, собственно, делать какие-то вычисления, и, ну, если null не является как бы содержательной информацией, которую все-таки вам нужно учесть, то при группировке, например, по ключу нулловым, у вас может случиться такое, что все данные сколлектятся с ключом null, будет один огромный ключ. Из-за этого редюсер будет втуплять по-жесткому. Ну, то есть у вас, например, все остальные ключи, какая-то группировка по ключу идет, ну, который может быть null. И все редюсеры, на которых, собственно, null не попал, отработают очень быстро. А тот, который, ну, собственно, на который попали все нулы, он будет огромный объем информации обрабатывать. И из-за этого, ну, просто все ваши вычисления будут работать очень медленно. Понятно почему? То же самое с дефолтными значениями, потому что, ну, не всегда пишут явно нулы. Бывают некоторые, иногда дефолты логируют. Не забывайте про то, чтобы эти дефолты как-то обрабатывать, и чтобы у вас, ну, также ускорить вычисления. Просто, так сказать, это очень большая боль вообще дебажить и профилировать всякие бигдата решения. Если вы, ну, например, даже в Java, ну, то есть, чем быстрее обратная связь, тем быстрее вы учитесь, правильно? То есть почему все любят, например, всякие питоны, не знаю, там, JavaScript и так далее. Там есть консоль, ты вбил, что-то получил результат. Даже в Java уже сложнее, там нужно все-таки что-то собрать, скомпилировать, да, получить результат. Но это все равно занимает у вас порядка, там, не знаю, минуты, ну, может, максимум, там, не знаю, несколько
часы, может быть, да? В Big Data любое ваше изменение занимает, почему я вообще про это все рассказываю, довольно очень много времени, это очень сложно профилировать, потому что данные, которые логируют, собираются из прода, очень разнообразные. То есть, если вы пишете какое-то приложение, бизнес-логикой, то, в принципе, вы можете покрыть практически 99% данных, которые в ваше приложение прилетят. То, что логируется в ходупщик, там, и что с ним происходит, часто всю вариативность данных очень сложно учесть, которая возможна. Даты, все дела, новые данные, новые источники постоянно включаются, меняются. Что-то, если это с фронта особенно, там что-то отваливается постоянно, новые поля добавляются, меняется схема. Короче, поэтому, если вы можете ускорить вычисления, про то, что сейчас говорю, то всегда пытайтесь это сделать. Потому что, это реально большая боль, когда вы ждете неделю, и у вас ничего не получается. Да. Это я уже рассказал. Окей, теперь то, что может вам помочь, когда вы будете работать с датафреймами. Есть две такие основные концепции. В Spark функционала UDF и UDAF. UDF — это User Defined Function, то есть если вы хотите, у вас есть датафрейм, вы хотите, например, создать новую колонку и провести на ней какие-то вычисления, которых нет в стандартных функционале Spark. Или взять, например, несколько колонок, неважно, можете передать вашу функцию и сделать какие-то вычисления. То есть построчно. Вот примерчик. Вот у нас есть простой датасет. Мы определяем функцию. Далее заворачиваем ее в ключевое слово UDF спарковское. Она становится теперь User Defined Function. То есть вы изначально пишете обычные скаловские функции. Дальше просто через ключевое слово UDF говорите Spark, что вот эта конкретно функция, она теперь UDF. И создаете новую колоночку, где просто текст переводится в uppercase. Он упадет, там типизация, это все-таки статическая типизация все еще. Проблема в том, что у вас там могут быть нулы, например, я бы сказал, и нужно делать обработку на нулы. То есть в Spark есть специальные операторы, которые null-safety, они выглядят страшно, типа как тройное равно или равно, восклицательный знак равно. Вот. Но если вы пишете свои какие-то функции, работаете с сырыми с данными, то на нул проверять придется, иначе будете NPM получать. Вы как же, я думаю, люди, которые разбираются в скале, расскажите, что происходит. Да, можно увеличить, нет? Да. Я не знаю. Поближе сядьте, вон. Что происходит, вот, да, зачем? Программирование типа. Что-то считаем. Просто вот если читать код, что происходит у нас в коде? Мы делим весь тестовый.
На что намекает название функции, да? Но, собственно, вопрос, что там происходит. Да. Ну, все можете прочитать этот код. Ну, из интересного просто, что если вы видите вот эту строчку, вот определение функции. Смотрите, задается контекст некоторых аргументов функции. Мы, собственно, фиксируем контекст аргументами, получаем новую функцию. Это прекрасно сигнатура. Ну, дальше уже с зафиксированными аргументами, ну, то есть у нас возвращается новая определенная функция, которая возвращает нам наблюдателя, который замыкание на вот эти зафиксированные уже аргументы. И мы что делаем? Создаем новую колоночку, train-test. Зачем такое? Ну, это просто, если вы делаете кросс-валидацию, если вы помните, что это такое, надеюсь, для того, чтобы разделить вам, ну, собственно, на train-test, иногда важно не рандомно бить, а так, чтобы, ну, например, в нашем случае, чтобы одни user ID, ну, то есть если у нас какой-то алгоритм машинного обучения работает с сущностью, например, user, предположим, и мы хотим, чтобы в нашей юзер может встречаться несколько раз один и тот же в датасете, мы не хотим, чтобы в нашей тестовой выборке те юзера, которые уже участвовали у нас в тренировочном множестве, встречались. Ну, вот это простой способ, как разбить на трейн-тест, на ваш датасет, с учетом того, чтобы те же юзера не попали вам туда и обратно. Давай. Ладно, давайте дальше. UDAF. Ну, намного более сложная штука. То есть UDAF это прям, ну, must have. Да. Этот вопрос можно легко ответить, если посмотреть лекцию про машинное обучение, про идеи машинного обучения, которую я читал. Вот. User-defined, ну, вот UDF это, ну, то, что говорил, прям очень часто используется, потому что спарковского функционала очень часто не хватает, вам нужно что-то свое считать. UDF используется намного реже, но они полезно знать, потому что иногда это, ну, их написание очень спасает. Например, нас это очень сильно спасло. Когда, ну, там, типичная проблема, которая решается при помощи window function, например, в SQL. Там, взять, вот у вас есть data frame, ну, dataset, неважно, и вам нужно найти, у вас есть, ну, записи, сгруппированные по, ну, в которых есть группы. То есть записи об одной и той же, несколько записей об одной и той же группе. И вам нужно оставить в датафреймы только те записи по этой группе, которые имеют какое-то максимальное или минимальное значение по какому-то из столбцов. Ну, например, у вас есть какая-то таблица, типа например, зарплаты по специальностям. Вот. Ну и там еще какие-то, например, статистические данные, там зарплата, среднее время работы, какое-нибудь, ну, что-нибудь еще. И вы хотите найти. И это все про каждого человека, например, из компании. И вы хотите найти максимум зарплат по этой специальности в этой компании. Ну и сохранить всю остальную метаинформацию, ну, то есть человек, который получает больше всего с этой специальностью в этой компании, и сохранить все его остальные поля, типа имя, фамилию, контактные данные и так далее. Например, понятен ли нарисовать? Мне непонятен. Ну, смотрите.
Ну, вот смотрите, такая табличка у вас, например, есть. Не знаю, например, дейтасайте с какой-нибудь софтвер-инженер, не знаю, там, тестировщик, могут быть, там, не знаю, имя, телефон и, не знаю, там, еще там, может быть, у него зарплата. Ну и таких записей у вас много. Это все, например, работники какой-то крупной компании, не знаю, IBM. И вы хотите найти людей с определенной, ну, собственно, должности, которые получают больше всего денег. Ну, SQL для этого, что это function. Но проблема в том, что в Spark большинство вот таких сложных SQL-ных штук реализовано через Hive. Hive это типа такой SQL engine, такая, который делает трансляцию в MapReduce. С ним возникает очень много проблем. То есть на коде, например, его не используют. Там есть всякие неприятные временные какие-то папочки, которые могут быть залочены, которые он создает в процессе своей работы. Из-за этого лока там перестают работать остальные джобы, которые запускаются, например, с этого же драйвера, все это падает. Короче, не очень стабильная штука. Нам это никогда не нравилось. Мы это не использовали. Но по-другому в Spark эту задачу не решить. Ну, например, очень часто есть, когда нужно было что-нибудь по времени последнее найти, в какой-то группе последний ивент, ну или что-то такое. Поэтому, ну, сама изначальная задача, мы хотим получить из этой таблички вот такое, типа, собственно, job, name, он должен быть salary, и для каждой job, то есть, например, data scientist с таким-то именем, каким-то телефоном получает столько-то денег, не знаю, 100 рублей. Это максимальное значение по колонке salary. Поняли? Надо объяснить. Домашним заданием будет подумать, как написать такую штуку. Это супер нетривиально. Вот. Сейчас разберем более простой пример. Каунтер. Ну, наследование. Такое же наследование, как и в Java. Чтобы определить ваш вида, нужно, ну, собственно, наследоваться от UserDefined GetFunction. Дальше есть некоторый контракт, ну, который, какие методы вы должны определить. Вы должны, собственно, где это происходит? Как вы понимаете, что это происходит при агрегации. То есть UserDefined GetFunction применяется, когда вы делаете какой-то, например, группировочку. То есть, чтобы решить вот эту задачу, вы должны делать по этой табличке groupBy по вот этому столбцу и найти максимум в, ну, собственно, колонки, которые получаются в этой группировке. Вот этому столбцу. Ну, тут, собственно, вы описываете всю логику вычислений и получающиеся промежуточные, ну, схемы фреймов, которые будут участвовать, ну, собственно, в группировке. Давайте посмотрим. Ну, как вы видите, тут есть, нужно определять буфер, инициализировать. Это, ну, буфер, штука, которую вы будете использовать для того, чтобы, ну, сохранить промежуточный результат. Вы определяете, как вы апдейтите этот буфер, когда вам приходят новые данные. И определяете, как мержите этот буфер, когда, ну, собственно, у вас происходит конечная фаза редюса всех результатов. Ну и как получить конечный результат.
Вот у нас есть просто DataFrame. Мы создаем наш VDAP. Дальше, ну, собственно, создаем группы. И дальше делаем группировочку по группам и считаем количество элементов каждой группы. Давайте еще разок. Давайте, понятно ли вам? Начнем с этого. Это схема датафрейма изначального, да? Схема буфера, который вам, ну, собственно, будете использовать. Задаете, определяете данные, насколько у вас детерминистичные вычисления, какого могут быть, и недетерминированные вычисления, как при расчете медианы. Часто используют алгоритмы, которые считают не честную медиану, а за, например, за один проход, за конечное количество памяти. Вот. Там получается некоторая аппроксимация медианы. Ну, типа, не берут весь терабайт данных, и не сортируют терабайт данных и не считают середину терабайта данных с операцией. Вот. Тут просто инициализация базовым, ну, значением, которое вы используете в буфере. Дальше, ну, как вы видите, мы просто считаем количество элементов, поэтому просто прибавляем, когда будет новый элемент, единичку. Ну и дальше, когда у нас несколько буферов, мы просто как бы также апдейтим буфер. Значит, что сказать. Ну, это так, собственно, получится. Потому что тут, если вы видите сущность row это получить типа получить первый элемент из row, ну, и, ну, кастануть его сразу в тип long. Да, но я вам покажу примеры. У нас, собственно, есть опенсорсная либа, которую мы как раз писали, где, ну, собственно, есть реализованный ряд UDAF-ов. Кстати, там реализован вот этот как раз топ-кат, так что не получится вам дать это домашнее задание, потому что если придумать что-то другое. Вот. Но на основе него вы сможете, я думаю, если вы разберете тот код, то сможете тогда реализовать все, что захотите. Другая полезная штука. Кто не пользовался Excel? Никто не пользовался Excel? Если вообще. Ну, вообще не знаю там. Excel, да, все пользуются, наверное. Да? Знаете, что такое pivot table в Excel? Как построить сводную таблицу? Никогда не нужно было. Я просто когда своей маме показал, как в Excel делать pivot table, так просто, не знаю, взорвало мозг. Это типа там избавило от 90% рутинной работы. Ладно, но тогда придется сейчас объяснить. Очень популярная операция табличная, когда вам нужно получить некоторую сводку по двум полям. Можно, конечно, джойнить, но вместо того, чтобы... Нет, джойнить тут не поможет. У тебя есть одна таблица, есть несколько колоночек. Мы хотим развернуть одну колоночку, сделать ее элементы каждой, чтобы каждый элемент этой колоночки стал столбцом. И в рамках каждого вот этого значения посчитать некоторый агрегат. Давайте разберем на примере. Смотрите, вот у нас есть простой датафрейм. Ну, это просто задается индекс, то есть создается датафрейм с одной колоночкой от 0 до 1000
Дальше мы применяем функцию, которую до этого взял train test split. Она создает нам новую колоночку из train, где значения могут быть двух типов, true или false. Дальше мы этот индекс также бьем на две группы. У нас появится еще одна колоночка, которая может принимать два значения, 0 или 1. Дальше что мы делаем? Мы делаем группировку по колонке group и разворачиваем из tray колонку так, чтобы каждое значение этой колонки стало новым столбцом. И считаем некоторый агрегат, который находится на при выполнении двух условий, что сущность попала в группу 1 и при условии, что это было false. Вы могли бы то же самое получить, если бы сделали группировку по двум, собственно, полям. Тогда бы вы получили немножко другую структуру таблицы с такими же результатами. Просто почему это удобно разворачивать в колонке? Потому что потом вы можете делать всякие селекты сразу. Потому что традиционная все-таки таблица, да, это все в основном определено над колонками, все основные операции. А если вы... давайте приведу пример. Мало места. Рисовать таблицы не лень. Если сделать группировку по истрейн и по growth по двум этим полям и вызвать метод count, правда, что мы получим точно такие же значения, как тут, только структура таблицы будет growth, истрейн, где growth будет 1, 0, а тут будет истрейн, тут будет false, тут true, а тут будет значение count, правильно? И все возможные сочетания. Там 1 false, 1 true, 0 false, 0 true, правильно? Но потом, если вы хотите, например, взять и как-то потом дальше модифицировать вот эти значения, например, поделить одно на другое, да, в тупую, чтобы узнать процент, например, хотя бы, то в такой структуре таблицы это сделать не очень удобно. Правильно? Почему? Почему это неудобно? Почему бы так не сделать? Это либо понятно, либо непонятно. Кому непонятно, давайте я еще раз объясню. Непонятно, да? Последний вопрос. Может быть как true, false, true. Тут получается результат, если мы вызовем метод count, там будет, не знаю, там 102, там 102. Если мы просто сделаем группировку по двум столбцам, по этим, да, и вызовем типа group by, group strain, точка count, да, то мы получим вот такую таблицу. А дальше мы, например, хотим для группы 1 посчитать отношение между true и false. Как вы понимаете, как бы вы реализовывали такую структуру таблицы? Селектор нужен. Вам нужен селектор. Один груп или один полз. Это есть результат.
собственно, то, чтобы решить эту задачу, не используя геморрой, то мы можем просто взять, представить эту мысль немножко по-другому. Как я говорил, это операционная штука, то все операции в Spark поделены над колоночками базовыми. То есть можешь просто взять и поделить две колонки в Spark, используя деление. Вот. Поэтому если мы представим true, вот эти значения true и false, как представлены на таблице, и на пересечении поставим значение каунта, то все, что нам нужно сделать, это вызвать метод дальше висковый, не знаю, там, ratio, не знаю, там, true, поделить на false. Ну, можно сделать ренейм колонок, чтобы это не было ключевыми словами. Просто там случайно совпало. Вот. Это удобная штука, например, когда, смотрите, например, мы делаем датасет, у нас есть логи действий пользователя. Мы делаем детектор ботов. Самый тупой детектор ботов, который можно, например, сделать, это, предположим, будем считать каунтеры за, по разным типам действий, которые на портале сделаны. За какой-то промежуток времени. Предположим, в слайд это делаем. Логи действий, ну, просто как идут, ну, собственно, как вот действия, не знаю. Действие А, действие Б для юзера 1, действие С, действие Д. Предположим, у нас 5 действий. Как вы помните, все машинное обучение, супервайзное машинное обучение, все приводится к табличной форме, где у нас, мы описываем наш датасет печами какими-то, печи используются как колоночки, которые мы производим некоторые операции. Ну, и, собственно, для того, чтобы, если у нас есть такая структура данных, где у нас просто ивенты идут последовательно, для каждого юзера мы можем что сделать? Все, сразу получим быстро датасет с каунтерами, просто сделать группировку по юзер ID, все типы ивентов развернуть в колоночке и, ну, вызвать метод count и получить на пересечении user ID типа действия count этих действий за время, которое мы читали данные. Дальше сразу пихаем этот код в объект машинного обучения. Получаем что-то. Получаем другой вопрос. Как получить базовую структуру, кто может вдохнуть в алгоритм. Для таких кейсов, когда у нас есть логи событий, определенного объекта, а потом нужно это развернуть быстро в предыдущую форму, то это, ну, собственно, очень удобная структура. Которая сильно упрощает написание кода и вычисления. Вот важная штука. Кто помнит, что такое бродкаст? Я про него рассказывал в Спарке. Ну да. Ну, тебя еще кто-нибудь помнит? Ну, смотрите, помните, вот, кто пытался решить домашнее задание, наверное, помнит, что там было некоторое условие, при котором нужно было делать все вычисления. Нужно было исключать небольшой сет этих юзер-агентов. Как вы делали исключение? Поднимите руку, кто делал join. Почему вы делали join? Что такое join на Spark? К чему он приводит любой join? Хороший ответ. Но мне более интересно, какие вычисления лежат, прежде чем мы получили новый датафрейм? Какое самое неприятная процедура в, ну, не только в джойне, а вообще в вычислениях на бигдате, которые все пытаются избежать? Все пересылка данных. Да. Джойн — это гарантированная пересылка данных. Это сразу шаффл. Ну, вы посчитали, какое количество, ну, понятно, что для конкретного этих объемов, которые там заданы, это без разницы. Но
задумайтесь в следующий раз, например, когда вам нужно что-то отфильтровать на каком-нибудь довольно большом объеме данных. Все еще про вопрос про скорость, оптимизацию и так далее. Используйте бродкаст, если у вас не очень большой объем данных. Сейчас покажу как. Вот. Это, кстати, скриншотик из нашей внутренней рекомендации для таких случаев. Я специально вам запоткал. Тут есть прям конкретные условия, при которых что нужно использовать. Самый, ну, как бы, простой способ, если вы можете, ну, совсем мало элементов, можно использовать просто SQL синтаксис, перечислить их просто через запятую, если вам это нужно. Вообще, вот смотрите, это тоже важный нюанс, я про него просто уточню. Все вы уже, наверное, поняли, что в Spark вы можете, в принципе, пулять какие-то SQL-подобные строчки, и они приводят к каким-то вычислениям, да? Вот. И вы можете параметризировать, то есть по факту, что можно сделать? У вас есть, например, конфигурация для вашей джобы, и вы можете в эту конфигурацию прям писать код SQL-ный, который будет, ну, менять поведение вашей программы в реал-тайме. Ну, то есть вот у вас есть, например, некоторый ваш продакшн-сервис, который запускает Spark Job. Есть конфигурационный сервис, ну, который конфигурирует эти Spark Job. И если вы в конфигурационном, ну, вы написали так вот, что из конфигурационного сервиса вы, например, какой-то SQL-ный код пихаете в, ну, собственно, эту обертку Spark SQL Engine, и он вам что-то делает вычисление, ну, типа, вы можете менять поведение программы в реал-тайме без передеплоя, ну и так далее. Потому что кажется классно, да? Есть нюанс. Это приводит, если вы опечатались, например, или, не знаю, кто-то опечатался, что угодно произошло, что-то произошло с этой стрингой, которую вы передаете Spark, вы получите runtime exception. Это не очень хорошо. Runtime exception мы не любим. Поэтому я очень рекомендую, когда, если вы будете когда-нибудь писать production job на Spark, всегда пишите в спарковском синтаксисе все операции. Вот в таком. Ну, они полностью продублированы, но просто вы изначально фиксируете поведение программы, у вас нет ошибок, вы можете на этапе компиляции понять, что-то не так, если пошло. Ну, не все, конечно, но часть ошибок отсечете. И получите более-менее стабильное поведение программы. Вот такие штуки можно оставить только в тех кусках кода, которые, ну, прям действительно часто меняются, и вам, ну не знаю, например, фильтрация по каким-нибудь бизнес-сущностям, которые могут добавляться, не знаю, раз в день. Понятно, что делать деплой раз в день, ну, можно, если у вас хорошая система деплоя настроена. Вот. Но не хотелось бы. Такое можно, в принципе, вынести. Например, фильтрацию. Вот. Окей, вернемся к тому, что изначально еще не начали. Фильтрация по какому-то сету, ну, ID-шек, не знаю, там, или элементов, которые вам нужно исключить из ваших вычислений. Это довольно частая операция, например, если у вас есть какие-нибудь, не знаю, вот, фильтрации по IP-адресам, да, у вас есть, например, список белых IP-адресов или черных IP-адресов, вам нужно что-то посчитать за исключением белых IP-адресов. Или у вас есть, не знаю, какие-то белые сайты, черные сайты, в рекламе часто это используется. Там есть ряд сайтов, на которых просто рекламодатели не хотят видеть свою рекламу. Ну, типа, чтобы она рядом не крутилась с азиатами, какие-то пора и так далее. Это типа brain safety в примитивной форме. Вот. Окей. Что можно еще сделать? Первая часть вот это понятно, да? Вторая. Можно сделать простую UDF-ину. Ну, тут она показана, как ее зарегистрировать, чтобы ее можно было использовать в SQL Engine. Тут просто как строчка. То есть вы регистрируете некоторую, ну, собственно,
имя этой функции, ее определяете и можете использовать эту UDefinal просто с Calendrin Spark. Можно просто сделать свою UDefinal, ну и просто ее также использовать. Тут просто вы задаете некоторые, ну, set ID-шек в контексте и просто проверяете на контейнерс. Ну, тут довольно просто. Более сложный кейс, и сейчас вы как раз мне должны, наверное, рассказать, почему так делается. Видите некоторые условия, довольно большой объем данных. Мы делаем, собственно, коллект в память какого-то, ну, собственно, набора ID-шек. Как вы видите, надеюсь, все это уже успели прочитать. Дальше делаем вот такую UDefinal. Видите, тут используется некоторый бинарный ресерч, вместо того, чтобы почему-то использовать вот это. Кто думает, у кого есть идея, зачем это все вот это делается? Быстрее, чем вот это? Чего не будет? Вот это быстрее, чем вот это? За какое время? А? Почему быстрее? Это сет. Собственно, множество. За какое время проверяем? А? Савен. Ну, конечно. Хэш-сет будет. Ну вот, типа того. А тут явно же не единица, да? Да. Но почему тут используем такую штуку? Ну, типа, why? Точно не быстрее. Но и объясни мне, почему память будет меньше, чем тут. Потому что там есть память. Нет, это в памяти. Все в памяти. Или еще хочу какую-нибудь идею. Дополнительная память на хэш-сет. На хэш-сет? Ну да. Да, ну, извольте. Еще какие есть идеи? Ну, на самом деле, окей. Все довольно просто. Помните, что такое боксинг? Ну, в Java, например. Но если мы создаем сет, то это гарантированный боксинг. Это можно работать с примитивами. И при бродкасте, когда все тянется в память, смотрите, какие объемы, например, Van Gogh, посчитайте, сколько это занимает. С боксингом и без боксинга. Тут мы жертвуем скоростью, но выигрываем в памяти за счет того, что работаем с примитивами. Да, если все-таки у вас все еще много данных и нужен все-таки join, то в бродкасте, в Спарке можно забродкастить один из датафреймов, используя, ну не поверите, ключевое слово бродкаст. Вот. Но оно вас копирует, засунет в память. Ну и иногда это делать даже без вашей, так сказать, просьбы. Поэтому, когда если у вас что-то падает, заходите в спарковскую админку, смотрите план вычислений, возможно, у вас что-то забродкастился без вашего ведома. Что делать на этот partition? Repartition 1, он, скорее всего, в одну партицию все данные. Если мы хотим сохранить, ну, если вы возьмете вашу распределенную коллекцию, ну, или data frame, и сохраните на диск, то у вас получится, ну, ваш DPS, например, ну, диск, то вы получите не один файлик, как вы, может быть, ожидаете, не знаю, а равное количество партиций, на которые у вас, ну, полно, по-моему, 111 партиций используют. Ну, как у вас распределены данные по этим партициям? То есть будет 511 файлик. Ну, предположим, у вас, конечно, после всех ваших сложных агрегатов вы хотите сохранить одну CSV-шку,
вы можете просто сказать repartition, то есть коллектить все на одну тачку, в одну партицию все данные. Делать, ну, брать на паркет, CSV, что угодно, и получить один файлик. Вот. Ну, партиция регулирует уровень параллелизма. Если вы помните. Окей. Давайте теперь тогда к вопросам по домашнему заданию. Да. Подойти. А, прям, прям так, то есть вопрос. Не... А так, сформулировать вопрос? Ну, давайте, не знаю, так чтобы всем было понятно. Можно сформулировать вопрос? Ну, нет. Я, грубо говоря... Сейчас дайте я открою, секунду, дайте я открою. Маша, знаешь, в память все вообще поднять. Что там происходит? Секундочку. Да, все, поднял. Ну да, вопрос. Ну, а вот я нет второго квеста, ну, я бы сдавал вопрос лично, но теперь я его решил, но у меня другой вопрос возник. Ну, ничего себе. Ну, как вот, типа, с пересинтексом можно, грубо говоря, посчитать первые, так сказать, 50%, ну, тех людей, которые, тех юзер-агентов, которые ходят 50% избранных. По показам. А, показано? По показам. Ну, короче, я нашел типа для каждого юзер-агента по процентное соотношение типа по кликам. Ну, но я не знаю, как вывести топ 50. В смысле, в, какой фор- в каком формате сохранить или представить результаты, правильно я понял? Не-не-не, вот как именно в синтаксисе. То есть, что-то я конкретно. Я пытался фильтром это дело сделать. Чуть, ну, где типа процент там не больше 50, но это не работает. Не, вопрос в том, что как это сделать на Spark? Ну, наверное. Нет, я могу подойти, типа, объяснить. Короче, когда вы сделали, давайте некоторый нюанс. Когда вы сделали какой-то агрегат, часть вычислений можно сделать локально. Понимаете, да? Не все. В GVM-ке просто. На драйвере. Не все вычисления, которые у вас не ложатся, ну, собственно, на спарковскую парадигму, нужно делать на спарке, если они туда не ложатся. Когда вы делаете некоторые, ну, собственно, вычисления, вы можете эти вычисления перенести на драйвер и посчитать просто скалой, если что-то не ложится на спарковскую парадигму. Ну, то есть это нормальный кейс, когда вы какую-то сложную операцию большую сделали на кластере, а потом уже маленький агрегат стянули в память. Маленький агрегат. Это важно, потому что многие делают коллект на огромных таблицах. Это сразу, собственно, забивает весь хип, и все падает. Сделали некоторый предпосчет. Этот предпосчет вы, собственно, сколлектили уже в память на GVM-ке вашей, где у вас драйвер запущен. И просто посчитали, ну, собственно, скалой обычным синтаксисом. Вывели результат. Нет? Что я не знаю, как ответить на вопрос, если я не понимаю вопрос. Ну давай, ладно, подходи, давай посмотрим. Может быть, я что-то не понимаю. А, можно трансляцию закончить. У кого-то еще есть подобный вопрос? Почему доллар может не работать? Вообще никак. А вы сделали implicit SQL, контекст implicit?